Так, давайте дальше. Ну, дальше мы продолжим вот такой вот шуршащей упаковочкой. Что я вообще здесь делаю, мне интересно. У меня есть кубик, у меня есть пиво, у меня креветки сварились. Время. Сегодня пятница вообще. Самое то. Для того, чтобы пойти попить пиво с креветками. Я снимаю. 106, 427, 100. О чем это говорит, не знаю. Резких никаких запахов нету, да, все хорошо. Что это такое? Я называю это просто органайзер. Да, молния вполне хорошо работает. А внутри у нас, ну, моли, конечно, это не назовешь, это такие резиночки. И сюда можно класть абсолютно все, что угодно. Вот тут прям вот есть кармашек. Еще вот такой. Да, сюда дополнительно можно... А что вот далеко ходить? У меня как раз вот, да, переходник SD-карты. Да, можно вставить SD-карту. Забрать ее назад. Да, давай, переходничок, иди назад. Можно насыпать всяких разных разнообразных вещей. Там какие-то у вас там зарядки, например, да, взяли. Пам, вставили сюда, там что-то у вас более длинное, там, вставили вот так. Так не пошло, да не вопрос, вставили вот так. Да, то есть функционал потрясающий, всякой разной дряни разнообразной. Там проводов, не проводов поднабрали, все это дело закрыли, ну, достаточно удобно. Да, там большие флешки, провода, сами адаптеры, ну и так далее. И тому подобное. Хотя вот большие адаптеры... Я не представляю, как они здесь уместятся. Потому что, ну, как бы, по идее, гораздо шире получается. Надо будет посмотреть, потестить. В принципе, заходите в группу ВКонтакте, руки дойдут. Обязательно выложу там фотографии и более полноценный обзор данного органайзера. Так, в целом, вроде прикольно. Не воняет, ну, и как функционал хороший. Так, давайте дальше.